Добрый день, друзья! Покажу вам сегодня еще один способ, как восстановить магазин на Windows 10 в 2021 году. Это универсальный способ, который подойдет для любой версии Windows 10. Для того, чтобы установить магазин, мы его сначала удалим. И удалим все приложения, которые установлены изначально на Windows 10. После восстановления магазина вы сможете установить любое приложение, которое вам необходимо для работы. Будь то калькулятор, фоторедактор, обои, NVIDIA панель, Intel панель. Итак, давайте начнем. Я подготовил все необходимые команды в текстовом документе. Они будут в описании ниже под видео. Копируем данные команды, запускаем PowerShell от имени администратора и вставляем туда наши команды правой кнопкой мыши. Пока выполняется команда на удаление всех встроенных приложений, в том числе магазина, давайте запустим диспетчер задачи и посмотрим, сколько приложений использует Windows в своем арсенале. Как видите, их достаточно большое количество. Как раз от этих приложений мы сейчас избавляемся. Тем самым оптимизируем работу Windows и быстродействие других программ. Приложения, которые не удалились, мы можем зайти в пуск и просмотреть, что у нас осталось. То, что не удалилось, выбираем приложение, правой кнопкой мыши «Удалить». И удаляем данное приложение. Чтобы не потерять какое-то важное приложение, вы можете это приложение выписать в блокнот, а после восстановления магазина восстановить его. После выполнения всех команд и удаления всех приложений, необходимо будет перезагрузить компьютер. В описании под этим видео будут все необходимые команды. И в дальнейшем, если необходимо будет что-то дополнить, это будет в описании. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. После того, как все выполнилось, давайте проверим, есть ли у нас магазин на компьютере. Набираем, как всегда, Store. Видим, магазина нету. Давайте его установим. Для этого переходим на канал и скачиваем дистрибутив для корпоративной версии Windows 10. Хочу вам показать, что у нас версия Windows 20 H2, выпуск Windows 10 Pro. В описании под видео будет ссылка на дистрибутив. Скачиваем его и сохраняем его в любом удобном для вас месте. Переходим в папку, куда сохранили дистрибутив. Извлекаем его из архива. Запускаем bat файл addstore от имени администратора. И дожидаемся выполнения скрипта. Скрипт выполнился успешно. Давайте проверим наш магазин. Как видите, магазин запустился без проблем. Для примера я хочу показать вам, как я установил тему Windows 10, даже не авторизируясь в системе. Просто отказываемся, что мы хотим авторизироваться, нажимаем «Установить», дожидаемся пару минут, и можно применить данную тему и посмотреть, как он выглядит. Если у вас также видеокарта NVIDIA, и нам необходимо установить NVIDIA Control Panel, заходим в магазин, в поиске набираем NVIDIA и устанавливаем NVIDIA Control Panel. Спасибо, что оставляете комментарии, ставите лайки. Надеюсь, что вы сможете воспользоваться данной инструкцией и восстановить ваш магазин, если он у вас не работал. До новых встреч и всем без синего экрана!